В День здоровья и спорта в Новочебоксарске состоялся фестиваль спорта «Мир на небо», посвященный 73-й годовщине Великой Победы. Отметим, что фестиваль стал традиционным. Инициатором спортивного праздника уже на протяжении 3 лет выступает Федерация карате Новочебоксарска при поддержке администрации города. На площадке около торгового центра «Олимп» собрались спортсмены и воспитанники спортивных школ. По аэробике, карате, гимнастике, кикбоксингу, тэквондо, боксу, дзюдо, самбо и учащиеся школ города. Перед выступлением спортсмены выполнили разминку под руководством Лилии Яковлевой, 5-кратной чемпионки Европы по спортивной аэробике. Поддержали патриотическую тему кадеты, выполнив коллективные упражнения по разборке сборки автомата Калашникова на время. Отметим, что в этом году приняло участие более 8 видов спорта. Выступления спортсменов настолько вдохновили зрителей, что учащиеся школы номер 14 в завершении фестиваля исполнили спортивный танец. Спортивный фестиваль собрал порядка 160 человек. Этим фестивалем спортсмены не только пропагандируют здоровый образ жизни и свои виды спорта, но выражают благодарность нашим ветеранам за то, что имеют возможность жить и заниматься спортом под мирным небом. Baby, I'm crazy.